вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Рак – одна з найстрашніших хвороб людства, який попередити та зробити усе можливе, аби люди не хворіли. Сьогодні будемо говорити з гостями, які прийшли до нашої студії. Це Вікторія Коваленко, медична директорка з амбулаторної допомоги Дніпропетровського обласного онкологічного диспансеру, і Віктор Ханов, медичний директор КП «Докодор». І я так думаю, що ми сьогодні зможемо розповісти глядачам, що ж потрібно робити в першу чергу, аби мати таку профілактику, яка допоможе не хворіти зовсім, і допоможемо розповісти тим людям, які вже мають захворювання, що ж робити, аби швидше стати на здоровий шлях. Тож, рада вас бачити і вітати у той день, коли справді все людство звертає увагу на цю серйозну проблему. Тож, яка статистика є на сьогодні і як вона змінюється і в області, в Україні, можливо, в світі трошки? Так? Будь ласка, з кого почнемо? Да, добрий день ще раз. Да, дійсно, сьогодні день, который Всемирная организация здравоохранения определила как день внимания к такой серьезной проблеме, которой занимается в нашем лечебном учреждении. На самом деле, нам приятно быть в студии, но жалко, что это бывает редко, потому что проблема не существует только сегодня, она существует давно, она действительно достаточно острая, поскольку онкологические заболевания – одна из основных причин инвалидизации работоспособного населения. То есть человек, который заболел, он выпадает из своего ритма жизни, из рабочего ритма, и у него меняются приоритеты, ему надо бороться за свое здоровье. И, к сожалению, жалко, когда это происходит у людей в молодом возрасте. То, что касается статистики, в целом глобальных каких-то скачков заболеваемости в онкопатологии не происходит. Нет резких скачков. Но, тем не менее, прирост заболеваемости каждый год 1,5-2% мы имеем. На сегодняшний день на учете в Украине состоит порядка 1 миллиона онкологических больных. Це дуже такі серйозні цифри, насправді. А в Дніпропетровській області їх багато в порівнянні з усією Україною? Ну, Дніпропетровська область не знаходиться серед лідерів по заболіваємості, але і не на останніх місцях. Тобто ми десь тримаємося в середині. На зараз в області на учеті стоїть около 80 тисяч онкологічних хворих. Ну, це обща цифра, яку складно оцінити. Більш показательний, скажімо так, момент, ежегодно з таким діагнозом не очень хорошим, конечно, сталкивается у нас в области порядка 12 тысяч человек. И это 40 человек в день. Неприятная информация, но тем не менее достаточно большое количество пациентов заболевает. И онкологическая патология стоит на втором месте после болезни сердечно-сосудистой системы. То есть достаточно частая патология, сложная, но тем не менее есть профессиональный коллектив, который старается дарить людям здоровье, и мы имеем очень хорошие успехи в этом направлении. Так, мы про це ще поговоримо протягом нашої програми. Насправді, пані Вікторія, а від чого взагалі люди страждають? Чому? Яка причина захворюваності саме на онкологію, на рак? К сожалению, если бы миру были известны причины онкологических заболеваний, то, естественно, было бы уже найдено то универсальное лекарство, которое бы эффективно боролось с данной патологией. Конкретных причин онкологическим заболеваниям нет. Однако есть несколько мер профилактики развития онкологических заболеваний. И вот, как уже сказал Виктор Владимирович, 4 февраля – это Всемирный день борьбы против онкологических заболеваний. И Всемирная организация здравоохранения своими целями в этот день ставила максимальную информированность населения о данной проблеме, о методах профилактики, диагностики и лечения в случае развития онкологической болезни. Из положительного, что хочется сказать, что последние три года девиз – этого дня, 4 февраля, дня борьбы против онкологических болезней, это «я есть и буду». Это говорит о том, что успехи 21 века в лечении онкологических заболеваний уже огромные, и эту болезнь рассматривают только с точки зрения, вот в данный момент человек заболел, а дальше он есть и он будет. Тобто, ну так можна відстрочити. Естественно. І от, возвращаясь к вопросу, все-таки хочется поговорить о профилактике в каком ракурсе. Есть такой общепринятый термин «здоровый образ жизни», да, который включает в себя несколько понятий, которые являются, в общем-то, одним из основных первичных мер профилактики онкологических болезней. Это отказ от курения, снижение употребления алкогольных напитков, снижение употребления в пищу
жирной, острой, жареной продукции, повышение физической активности, снижение времени пребывания на солнце и так далее. Собственно, эти все меры первичной профилактики, которые имеет в своем арсенале каждый гражданин Украины, это первое и самое важное. Второе, это абсолютно не требует никаких материальных затрат ни для человека, ни для его семьи. Вот. И постепенно можно перейти к методам вторичной профилактики онкологических болезней, которые также на сегодняшний день абсолютно доступны каждому человеку нашей страны. В общем, в первую очередь хочется сказать о том, что онкологические заболевания – это не те заболевания, которые возникают здесь, быстро, сейчас, в одну секунду. И зачастую это не самостоятельные заболевания. Им всегда предшествует доброкачественная и предопухолевая патология. И поэтому Национальная служба здоровья Украины, согласно приказам Министерства охраны здоровья, для профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний ввела в программу обследований определенные пакеты медицинских услуг, которые, в общем-то, захватывают основные виды онкологических заболеваний, которые действительно приводят к снижению трудоспособности, а в каких-то ситуациях и смертности. И я хочу, чтобы наше население это еще раз услышало, что включают в себя данные пакеты. Это маммография, обследование рентгенологическое молочных желез, все уже знают, для что усіх, в течение... Так? Це не після 40 років, так? Це для усіх абсолютно? Эти параметры будут объединять и ставить фильтр определенный семейный доктор, об этом я скажу чуть позже. Я хочу максимально донести населению те возможности, которые уже на сегодня имеет каждый гражданин Украины. Все знают, что рак молочной железы у женщин занимает уже в течение многих лет лидирующее место, как по заболеваемости, так и по смертности. Второй пакет – это гистероскопия, это осмотр гинекологических органов, цистоскопия, осмотр мочевого пузыря, бронхоскопия, осмотр бронхолегочной системы, колоноскопия – это полное обследование кишечника и гастроскопия – это обследование желудка. То есть это те приоритетные пакеты, которые выделила во главу профилактики и диагностики, ранней особенно диагностики онкологических заболеваний, наша страна. И поэтому каждый человек на сегодня, ну, во-первых, имеет такую возможность ежегодно, безкоштовно ежегодно проходить профилактические осмотры. Что для этого нужно? Каждый гражданин обязан, согласно Конституции, где прописаны обязанности гражданина Украины, проходить ежегодный профилактический медицинский осмотр. Для этого население должно обращаться к своему семейному доктору. И семейный доктор, в зависимости от возраста пациента, назначит один или несколько из вот этих вот приоритетных пакетов, согласно возрасту, для того, чтобы выявить, первое, к чему мы все всегда стремимся, это доброкачественную патологию, второе, выявить предопухолевую и, если уже так случается, выявить онкологическое заболевание при наших максимальных таких желаниях, это в ранней стадии. То есть это вот то, что мы имеем на сегодня, и те реформы, которые происходили в Украине, они действительно в очень сильной мере коснулись вот профилактики онкозаболеваний. И, в общем-то, это хорошая программа, которая, я думаю, лет через 10 при осознанности каждого гражданина Украины даст свои хорошие результаты, и мы будем иметь снижение онкологической заболеваемости. Звичайно. Пані Вікторія, а вже користуються от такими пакетами громадян? Да, ну, конечно, наскільки граждане, часто приходять граждане и кажуть, Украины, я хочу... Ну, давайте еще раз остановимся на том, что мы являемся сотрудниками онкологического диспансера, и к нам все-таки обращаются уже пациенты с установленными диагнозами. Но, вопрос, в принципе, это посыл, и об этом должны говорить онкологи, что пациент обращается к семейному доктору, доктор формирует электронное направление на один из этих пакетов или на все пакеты, все зависит от ситуации, которая необходима пациенту. И пациент имеет абсолютно полное право обратиться в абсолютно любое учреждение Украины, которое имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины, по этому электронному направлению в течение одного года пройти обследование. Какие возможности у онкологического диспансера? На сегодня у нас есть договор с Национальной службой Украины по четырем пакетам. Это маммография, гастроскопия, бронхоскопия и колоноскопия. Важный фактор. Ну, первое и самое необходимое из
от чего, собственно, и зависит основной успех в выявлении в первую очередь и потом уже в лечении любой болезни, это желание пациента прийти к семейному врачу и взять направление. Второй момент – наличие самого направления, и эти приоритетные пакеты уже активно работают в Украине в течение последних 9 месяцев. Количество пациентов, которые обращаются, уже потихонечку возрастает. То есть, я думаю, вот эти вот выступления все-таки и со стороны Национальной службы здоровья, и со стороны специалистов разных областей дает какой-то вот результат є, будь-якому заботиться про своє здоров'я. Пане Вікторе, з приводу тих дієвих методів лікування, все ж хочеться про них поговорити. Які з них, на ваш погляд, найдієвіші? Ну, це вже ми говоримо про ті випадки, коли людина захворіла. Коли чоловік заболів, звісно ж, дуже часто ми ежедневно зустрічаємося з пацієнтами, і коли чоловік сталкивається з таким діагнозом, перше, що у нього з'являється дуже багато советчиков. У кого-то кто-то когда-то болел, знакомые, родственники. И пациент, естественно, он в панике, ищет помощь. И они всегда иногда попадают в лечебные учреждения, где нерегулярно такую помощь оказывают, либо не имеют достаточного опыта. Сейчас на базе нашего онкологического диспансера сконцентрированы все современные возможности по лечению практически любого онкологического заболевания. Максимально возможные хирургические методы при различных локализациях, в том числе лапароскопические методики, так сказать, менее травматичные операции, когда пациент через 2-3 дня выписывается и может возвращаться к своей обычной жизни. Современные методики лучевой терапии на нашей базе работают уже на сегодняшний день не первый год. Два современных линейных ускорителя, которые позволяют проводить облучение без повреждения окружающих тканей очень сложных локализаций. Опухоли головного мозга, опухоли средостения, которые расположены в зонах жизненно важных. И максимально современные возможности химиотерапии, то есть лечение лекарственное, которое позволяет подобрать фактически при любой патологии эффективное лечение для ефективної боротьби з даним заболіванням. Чи потрібно їхати за кордон? Чи можна все зробити тут у нас, в нашому місті, навіть, можливо, до Києва не звертатись? Ну, так просто, це загальна інформація для тих людей, які сумніваються. Максимально, можливості, які є в пределах нашого міста і нашої області, вони дозволяють ефективно лечитися абсолютно нічуть не хуже, ніж за границей, ніж в інших регіонах нашої області. Случаються рідкі ситуації, рідкі патології, які требують якихось ексклюзивних методик, які іноді і за рубежом нету, не во всіх країнах. Но фактически все возможные локализации встречающиеся, мы оказываем максимальную помощь. Дороговартісним є лікування на сьогоднішній день, мабуть, одним з найдорожчих. Так? Ось що ви можете порадити в такому випадку? Чи є альтернатива? Ну, альтернатива дорогостоящему лечению, лечение не может быть бесплатным. Не может, только... Но на самом деле, вот та реформа, которая сейчас идет в Украине, реформа медицины, для нашего учреждения она сыграла очень большую положительную роль. Контракт с Национальной службой здоровья позволил нам профинансировать вот 9 месяцев прошлого года и уже начало финансироваться первый квартал этого года и позволило максимально обеспечить пациентов лекарственными средствами и предметами, которые сопутствуют для их использования. У нас появилась возможность, и мы приобрели современное оборудование для операционной, современное оборудование для отделения реанимации. И это сыграло большую положительную роль в нашем лечебном учреждении. Значительно обновилась и материальная база, и увеличились возможности обеспечения пациентов лекарственной поддержкой, и практически все в лечебном учреждении есть. Ну, бачите, як зараз добре, що люди знають, що є така інформація, так, на сьогоднішній день. Ось, пані Вікторі, ви казали, що профілактика, мабуть, це найголовніше, що може врятувати людину від наслідків тяжких, коли вже приходять з там тяжкими стадіями, так, ми говоримо про останні, ось. А що робити людям, які живуть вже в екології, ну, забруднене місто наше, наприклад, так, Дніпро, вони розуміють, що, можливо, наслідковість є, це один із факторів. А окрім наслідковості, ще є дуже багато факторів, які можуть вплинути так чи інакше, хочеш ти чи не хочеш, а ти все одно живеш в цьому місті. Що робити в такому випадку? Чи є, можливо, рекомендації досвідчених фахівців? Ще раз хочу остановити увагу зрителей на тому, що
прямых каких-то вот факторов, которые приведут к развитию онкологического заболевания, их все-таки в мире не существует. Если брать украинскую статистику и сравнивать заболеваемость онкологическими болезнями среди жителей города и сельских жителей, статистика абсолютно не имеет никакой разницы. Угу. То есть все говорят о том, что да, вот мы живем в городе с большим количеством заводов, фабрик, с большим выбросом в окружающую среду и так далее. А ведь сельский житель живет, казалось бы, в идеальных условиях. Но разница в заболеваемости жителей городов и с выраженной промышленной инфраструктурой и сельских жителей в Украине нет нигде. Есть это абсолютно точные цифры по нашей области. Есть небольшая разница в заболеваемости с определенной локализацией опухолей в западных регионах, в частности Ивано-Франковской и Закарпатской области. Там есть снижение заболеваемости по раку молочной железы, скажем так, по гормонзависимым ракам, в отличие от более развитых регионов Украины. Ну, там есть свои проблемы, там есть определенные виды онкологических болезней, которые имеют большую статистику, чем, вот, казалось бы, наши такие вот промышленные регионы. Поэтому универсальной, скажем так, вот той вот капсулы, таблетки или какого-то ответа, если вы будете делать это, то у вас такие тяжелые болезни не возникнут? Нет. Еще раз повторяю, залог успеха в лечении любого онкологического заболевания – это раннее его выявление. Чтобы выявить онкологические болезни в ранней стадии, это в первую очередь приход пациента к врачу. Из положительного еще что хочется отметить. Да, вот всегда, когда кто-то там слышит, родственники, знакомые, или, не дай бог, сам об онкологическом заболевании, или, не дай бог, сам сталкивается с этим, такой возникает ореол страха, тревоги, окончания жизни, все пропало, жизнь остановилась. Но вот хочется немножко цифр привести. Да, вот у нас в области на сегодняшний день находится 81 тысяча пациентов, которые имеют онкологическое заболевание. При этом неважно, когда был установлен диагноз, вчера или. Или вот хочу, чтобы все услышали эти цифры. На сегодняшний день у нас есть первая женщина, которая занимает список наших пациентов диспансерного учета, у которой установили рак молочной железы в 1953 году. Эта женщина 26-го года рождения, и ей уже больше 90 лет, и она жива до сих пор. То есть этот список открыла женщина, у которой болезнь диагностирована больше 70 лет назад. И вот она жива, и все нормально. Она жива, она на учете. Вот, ну, так, то второй случай по мужскому населению – это мужчина с онкологической патологией предстательной железы, у которого в молодом возрасте была выявлена эта патология, что тоже не характерно, особенно для мужчин вот того поколения. В 54-м году это первый мужчина, который открывает наш список диспансерного учета. Это те люди, которые живы до сих пор. Из 81 тысячи пациентов, которые находятся на учете, 47 тысяч, это практически 60% тех пациентов, которые 5 лет назад и более лечились от такого тяжелого недуга, и они живы по сей день, вернулись, скажем так, в строй, живут, работают и радуют себя, свої сім'ї, собственно, нашу страну. Пані Вікторія, дякую за позитив, що привели такі дані. Насправді це дуже важливо для усіх, особливо для тих людей, які захворіли або в кого родина страждає від такого недугу, можливо, хтось із родичів, так? І це дуже важливо знати, що є такі приклади, тому що це допомагає. Наостанок хочеться почути від вас рекомендації. Ну, будь ласка, пане Вікторію, для тих наших глядачів, яких ми дуже любимо, хочеться, щоб вони всі були здорові. Будь ласка, пане Вікторе. Рекомендація, саме головне, оставатися здоровим. Коли чоловік здоров, він щаслив. І, звісно ж, зараз любой думаючий о своєму здоров'ї чоловік должен дружити зі своїм сімейним врачом. Сімейний врач – це головний спеціаліст, який буде наблюдать, рекомендовать обследование, и при выявлении каких-то подозрительных моментов он вовремя направит человека к нам на консультацию. Так, пані Вікторія. Ну и моя рекомендация – это полюбить себя. Мы часто видим с экранов телевизоров, особенно когда идет трансляция психологов, о любви к себе. Любовь к себе бывает разная, но мы, как врачи, особенно врачи-онкологи, призываем к тому, чтобы каждый из нас полюбил себя в плане любви к своему здоровью.
мы любим свой внешний вид, мы любим своих там косметологов, мы любим своих продавцов и так далее. Иногда наша любовь к себе заключается по ходу в кино, на прогулку и так далее. Но очень верим в то, что любовь к себе сейчас, после этой передачи, будет обязательной опцией для каждого украинца в виде любви к своему семейному врачу и к регулярному посещению больниц исключительно для профілактичних осмотрів. Желаємо всім здоров'я. Це дуже важливо. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. В такий день треба пам'ятати, треба розуміти, що потрібно робити, ну і, звичайно ж, бути здоровими. А профілактика – це перше, що, на що потрібно звертати увагу. Тож, будемо раді бачити вас ще у нашій студії, можливо, з іншими темами, так, цікавими для наших глядачів, ну і для нас обов'язково. Ну і вдячні, звичайно ж, ми обласному центру громадського здоров'я. І зустрінемось за декілька хвилин. Yeah.